Дорогие друзья и доброжелатели, мы, волонтеры проекта «Пища жизни Донецк», хотим вам выразить искреннюю признательность от имени всех нуждающихся, которые приходят на точки бесплатной раздачи пищи. На таких раздачах люди Донбасса, обычные мирные жители, оказавшиеся волею судьбы в центре военного конфликта, постоянно благодарят нас за помощь и за участие в их судьбе. Но мы считаем себя лишь посредниками, ведь мы никогда бы не смогли осуществить такое большое дело без вас. Мы буквально чувствуем поддержку людей со всего мира, ведь на наш призыв о помощи откликнулись люди с разных городов, стран и континентов. Мы искренне благодарим всех, кто сделал даже самое скромное пожертвование на проект «Пища жизни Донецк». И, как известно, все великое начинается с малого. Мы благодарим энтузиастов, которые собирают пожертвования целыми группами. Признательны группам людей, объединенных общим интересом к ведической философии. Благодарим всех, кто перечисляет целевые пожертвования на конкретные нужды и обеспечивает донецких волонтеров всеми необходимыми материальными и техническими средствами. Свой важный вклад вы делаете, жертвуя свое бесценное время на распространение информации о деятельности пищи жизни в социальных сетях на просторах интернета. Ведь благодаря этому процессу проект приобрел такую огласку и много друзей по всему миру. С большинством из вас мы познакомились пока только заочно, но с некоторыми подружились мы, трудясь плечом к плечу. Речь о тех смельчаках, которые в разный период времени приезжали к нам в Донецк, чтобы пополнить ряды волонтеров. И вам, друзья, наш пламенный привет. В это истинно жестокое время вы все проявляете человеческие качества, сострадание, милосердие, заботу о ближних и сочувствие к горю других. Вы поддерживаете нас своими благословениями и добрыми пожеланиями. Вдохновляете нас, даете силы нам продолжать. Благодарим от всей души. Выражаем отдельную благодарность Валерию Игнатьевичу Долгополову,